привет! Эти морские друзья помогут тебе начать твою игру и управлять ею. Просто выбери приглянувшегося, нажми кнопку, и игра начнется. Ну а если надоело играть, нажми сюда, на кнопку выхода. Если любишь читать, как мой друг Дори, нажми на эту кнопку, и слова, которые ты слышишь, будут появляться на экране. Если позже передумаешь и захочешь это выключить, нажми эту же кнопку еще раз. Понадобится помощь, щелкни по знаку вопроса. Так, ну что, всем привет, все поняли, что где нажимать. В общем, прошел я тут недавно в поисках Немо на ПК, да, в поисках Немо на PlayStation 2. И тут еще оказывается, что есть еще одна небольшая такая игрулька. В общем, она как дополнение идет к основной игре, которая вышла в 2003 году. Вот, эта игра у нас называется «В поисках Немо. Подводные приключения». Ну, там подводные развлечения, приключения. Думаю, в общем, она... никто меня не слышит. Есть тут кто-нибудь? Кто-нибудь? Если можете, выберите один из пузырьков и нажмите на кнопку «Играть». Хорошо, сейчас мы выберем. Значит, у нас основная игра вышла-то в 2003 году, а вот эта игра вышла в 2004, 7 мая 2004 года уже. Вот, также она сделана студией No Wonder, вот, и выпущена компанией Disney Interactive Studios. Напомню, что мультфильм у нас вышел 30 мая 2003 года, и он стал лауреатом премии «Оскар» за лучший анимационный фильм. Есть тут кто-нибудь? Выбери один из пузырьков, потом нажми на кнопку «Играть», чтобы начать играть. Понятно? Понятно. За лучший анимационный фильм 2004 года, в общем, лауреат премии «Оскар». Значит, субтитры. Давайте, да, включим. Эта игруля, по-моему, у нас коротенькая. В прошлый раз мы выбирали, по-моему, вот эту вот черепашку. Давайте сейчас для разнообразия, не знаю, давайте выберем конька, может, или вот эту черепашку, или... А, вот, собственно, как они все выглядят. Но мне вот эта черепашка нравится, понимаете? Она мне нравится, поэтому я ее и выберу. Так, а что за вопрос? Нужна моя помощь, нажми на знак вопроса. Ага, а помощь... Ну, а если надоело играть, нажми сюда, на кнопку выхода. А помощь... Если любишь читать, как мой друг... Все, понятно. Значит, ладно, ну... Все, я, короче, эту же выбираю. Точно эту же, все, понеслась. О, привет, я так рад тебя видеть. Ты как раз вовремя, понимаешь, мы организовываем суперсостязание по плаванию для моего сына Немо. У него маленький плавник. Папа, это счастливый плавник, я очень неплохой пловец. Чтобы было легче готовиться к суперсостязанию, есть 5 различных вещей, которые можно выиграть, играя в игры вокруг рифа. Когда пройдешь уровень в каждой из игр, ты получишь один из этих призов. А когда тебе удастся собрать 5 призов одного вида, я организую новое состязание по плаванию для Немо. Всего будет 5 суперсостязаний по плаванию, когда Немо победит во всех 5. Тогда я стану суперпловцом. Суперпловец, суперпловец. Эй, да это ведь ты, Чико. Немо. Да, понятно. Мой папа организовывает для меня суперсостязание по плаванию, но чтобы помочь ему, мне нужно кое-что собрать. Можно я помогу? Что мы будем искать? Не волнуйся, Дори, у меня список, так что ты не забудешь. Для первого испытания мне нужно 5 раковин моллюсков. Когда они будут у меня, я смогу показать папе, что я суперпловец. Отлично за дело. Если курсор становится красным, это означает, что на чем-то можно щелкнуть. Когда курсор становится желтым, это говорит о том, что в этом месте можно начинать одну из игр вокруг рифа. Просто щелкни для начала. Так, ага. Ну, в общем, здесь опять-таки у нас... Там мы можем повидать Краша и на досках поплавать по восточно-австралийскому течению. А, значит, они тут вон как плавают. Просто мышку влево ведешь, они плывут влево. Хоп, они вправо. Опаньки, жабр. Ну, давайте попробуем австралийское течение сначала. А вон там мы можем повидать Краша и на досках поплавать по... Ну, давайте, пойдем туда. Австралийскому... Поплыли, точнее, туда. Привет, пацан! Ха-ха! О, привет, Краш. Течение усиливается. Ха, ты это заметил, Медуза? Маленьким детям обратно на борт. Я буду плыть, а ты рули. Спасибо, парень. Пожалуйста, слушайте, сегодня поработаем над выходом из течения. Держитесь. Так. Вот это да. Всего лишь вопрос сосредоточенности, парень. Хочешь выиграть, оставайся в течении. Обходи преграды, выходи из потока вовремя. Потренируешься, получится. Ну погнали. Хорошо, уже. Хорошо поработали сегодня. Отлично, выход. Так, один. Вперед, хватай и дальше. Ага, так, мне нужно просто прекрасно от них уворачиваться и собирать, наверное. Правильно.
Все осторожно, незаметно с курса. То есть они еще могут... Парень! Давай! Тихонечко вниз. Ура! Так, ну пока это не так сложно, как на PlayStation 2. На PlayStation 2 там не просто нереальная игра. Она очень тяжелая. В поисках Немо, в смысле. На PlayStation, бывает. На PlayStation 2 там версия очень сложная. Но на PlayStation вот раньше довольно-таки сложные игры делали. Эй, к выходу, парень. Опа. А, то есть мы прошли одну, да? То есть сейчас мы соберем вторую. И сколько надо-то всего? Что-то мы про 5 вот когда-то там говорилось. Вперед! А никак не ускориться, не... Нормально. Ковабунга! А вот это вот мы все собираем, это... А, ну вот очки идут, 270. Прекрасно. Сейчас уже. Отлично. Попал. Ну, такие детские прикольные игрульки, чисто мышкой водить. Не, прикольно сделали. Эй, это было очень близко. Ого-го. Папа, ты меня видел, видел, что я сделал? Хорошо выходит. Правильно, пошел, пошел. Так, а если я не на выход? То есть, если... Ну ладно. Ну типа все нужно пособирать просто. Правильно, и как парень. Только выход. Просто если я не зайду туда. Прекрасно. Не заплыву, точнее. То что тогда будет? Папа, ты меня видел, видел, что я сделал? Ты знаешь, что надо делать? Опять это у нас вот это что, это жизнь опять, да? Ура! И вот это вот три, что такое три? Вперед! Столько вопросов! Раковину, парень. Да все-все, собираем, собираем. Отлично получается. Круто. Тихо, между. Прекрасно. Так, теперь наверх. Правильно. Отлично. Парень. Пока вроде бы все Давай. Получается. А, смотрите, если я мышку нажимаю... Ура! А, нет, все равно. Я думал, он быстро, типа, тогда вниз... Эй, ты уже этим занимался? Опускается. Ну, хотя, смотрите, смотри, вот я хоп, мышку нажал. Лучше не бывает. Золотой якорь. А, 4. Давай! Не, ну я думаю, мы все правильно делаем. Классно. Лучше не бывает. Ого-го. 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 Вперед. Тихо, тихо, тихо. Нормально. И вниз. Ковабунга. Ковабунга. Прекрасно. Какая-то ковабунга. Попал. Тихо, тихо. Ого-го. Отлично. Папа, ты меня видел, видел, что я сделал? Хорошо выходит. Давай. И вниз, парень. И вверх теперь. Пора выбираться, медуза. Ну давай. Ну все, мы все собрали? Или как-то бутылку с запиской, или что там? А, еще дальше! Хорошо, парень, поехали. А, я надеюсь, это не бесконечно. Папа, ты меня видел, видел? Не, ну хочется верить, что это не бесконечно. Ты знаешь, что надо делать? Ура! И 4 жизни, кстати, стало. То есть мы можем, в принципе, еще 4 раза врезаться. Ну, это ладно. Отлично получается.
Нет, для детей сама то игрулька. Прям вообще пойдет. Прекрасно. Да и мне пойдет. Ушел. Иногда, чтобы отдохнуть от сложных каких-то игр, особенно от PlayStation 2, это явно прям отдых. Эй, ты уже этим занимался? А, то есть типа у нас хорошо получается? Опаньки, они даже это не перевели, представляете? Ну что, приготовьтесь к выходу, ребята! Вы уже делали это раньше? Да. Отлично. Вот Сквирт расскажет вам, как это делать. Слушайте его. Не волнуйтесь, ребята. Это будет здорово. Приготовьтесь, вас ждут незабываемые впечатления. Тем более, что вы должны это уметь. Приготовьтесь, уже скоро. Здесь нет ничего страшного. Все это, конечно, хорошо, но я не понимаю, о чем ты говоришь? Ничего не понимаю. Блин, ну перевод что, просто. Нам пора. Чумачечий. Это было забавно. Ну как вам это? Это было круто! Просто замечательно! Ха-ха! Я знал, что вам понравится! Давайте, разворачивайте свои хвосты и вперед! Не унывайте, ребятки! Мы еще сможем с вами неоднократно повеселиться! У вас все окей? До встречи, ребята! До встречи! Мы еще встретимся с вами! Не унывайте! До встречи, ребята! Отлично! Ты выиграл все призы в этой игре! Ты можешь продолжать эту игру, если хочешь выиграть больше призов. Щелкни по стрелке назад, чтобы вернуться к рифу. Ага, ну все. Удачи, Медуза! Спасибо. Отлично, ты выигрываешь множество призов. Но помни, что тебе нужно выиграть по 5 призов каждого вида, чтобы открыть суперсостязание по плаванию. Ага. Все, я понял. Ну значит, мы прошли. Слушайте, ну здесь тоже видеоставки, блин, придется резать. Потому что Disney, они вот... Ах, вот они такие классные мультики делают, и так, так в скобочках классно, точнее в скобочках, а в кавычках, классно вырезают, жалуются на видеофрагменты. Продолжай, и мы еще лучше сможем. Это было классно. Понимаешь, мне это стало нравиться. Да. С возвращением посмотрим-ка фильм. А, то есть еще где-то 2 как минимум еще будет фильма. Видеофрагменты. Вот их Disney блокирует на ютубчике. Блин, и приходится. Я сначала делал с одним FPS, то есть один кадр в секунду. Оно там так дергалось, но все равно. Плюс-минус можно было что-то хоть понять. И все равно засранцы блокируют. И поэтому пришлось вот чисто скриншотики, знаете, уже там один кадр раз в 10 секунд. Ну что-то это такое. Эта кнопка вернет тебя к месту, где ты начинал. Да. Слушайте, ну сюда, получается, нам нельзя. Правильно? А нам, собственно, и не дают. Ну ясно, давайте вот сюда. Школа желтой рыбы, прямо вон туда. Они могут делать отпечатки. Так, ну это у нас стая серебряных рыб-ласточек. Которые могут всякие фигуры тут показывать. Здравствуйте, мадам. Прошу прощения, вы хотите сыграть в игру? О, да, но я думала, что в вашей команде больше людей. Ох, это не командная игра, леди, а игра на запоминание. Ну, скорее не людей, на запоминание. А рыб. Обожаю такие игры, значит, надо будет запоминать? Да, мы будем делать различные фигуры в определенном порядке, и затем ты повторишь их в том же порядке за выделенное время. Хорошо, я буду стараться. Но мне понадобится ваша помощь. У меня с памятью тут на самом деле такое. Так, ну пирамида. То есть пирамида. Ну ладно. Эй, спасибо тебе за помощь, приятель. Без тебя у меня бы так хорошо не получилось. Ага, пожалуйста. Так, сердечко, пирамида. Сердечко, пирамида. То есть пока, наверное, по 2 чисто будет, да? То есть квадратик, сердечко. Эй!
ну там же... В следующий раз я укажу правильный порядок. Так, стопэ. Ну, кубик и сердечко. Квадратик и сердечко. Ну так я тогда вроде бы так и нажал, видимо, помню, я слишком... Когда последний раз я так хорошо что-то делала. Слишком быстро, видимо. Кубик, кубик. Спасибо, ты сильно помог. Кружочек и сердечко. Подойдите, леди, поскольку вы выиграли приз. О, спасибо, ребята, мне так приятно. Это потом вот такая будет комбинация. О, это будет жестко. Ага. Так, треугольник, квадрат. О, оно еще и быстрее началось. Не помню, когда в последний раз я так хорошо что-то делала. Сердечко, треугольник. Продолжайте, леди, все отлично. А не, если это так и будет продолжаться, то тогда все нормально. Сердечко, стрелочка, кружок, опаньки. Сердечко, стрелочка, кружок. Кто-то может, наверное, по цветам, типа красный, синий, желтый. Да, кому-то проще, вот, типа, бывает, типа, желтый, синий, желтый. Да. Желтый, синий, желтый. Может, так проще, фиг его знает. Я вспоминаю. Стрелочка, квадрат, стрелочка. Е-бой. Подойдите, леди, поскольку вы выиграли приз. О, спасибо, ребята, мне так приятно. Ну, в каждом испытании по 5, по-моему, призов. То есть сейчас вот мы третий заработаем, да? Так, сердечко, стрелочка, треугольник. Сердечко, стрелочка, треугольник. Или пирамидка. Кружочек, стрелочка, сердечко. Квадратик, кружочек, кружочек. Квадратик, кружочек, кружочек. Ууу, как там Дори радуется. Так, ладно, давайте, давайте, давайте. Кружочек, квадратик, треугольник. Ну, хоть память свою потренирую немножко. Мадам. Итак, следующий круг. Начали. Ну и последнее. Треугольник, квадратик, кружочек, треугольник, треугольник, квадратик, кружочек. Видели, я просто быстро нажал, и оно не засчиталось. Подойдите, леди, поскольку вы выиграли приз. О, спасибо, ребята, мне так приятно. Все отлично, выигрываем якорь. А, ну пока по три, да? Так, кружочек, стрелочка, треугольник. Кружочек, стрелочка, треугольник. Давайте буду раз через раз то цвета, то фигуры называть. Давайте теперь цвета. Красный, зеленый, зеленый. Красный, зеленый, зеленый. Так держать, дружище. Теперь фигуры. Стрелочка. Кружок, стрелочка. Стрелочка, кружок, стрелочка. Красный, зеленый, фиолетовый. Розовый. О! Красный, зеленый, розовый. Красный, по-моему, было. Зеленый, розовый, красный. Ну что, я что-то был не готов, что 4 будет. Итак, следующий круг. Начали. Так, кружок, квадрат, треугольник, сердечко. Кружок, квадрат, треугольник, сердечко.
вот это уже посложнее. Победители, поскольку вы выиграли приз. О, спасибо, ребята, мне так приятно. Мы выиграли бутылку! Порадуемся. Так, ну и пятое. Квадрат, сердечко, кружок. Квадрат, сердечко, кружок, стрелочка. Квадрат, сердечко, кружок, стрелочка. Сейчас цвета буду. Так, значит, синий, синий-розовый, синий-зеленый. Синий-розовый, синий-зеленый. Спасибо, ты сильно помог. Квадрат, стрелочка, квадрат. Квадрат, стрелочка, квадрат, треугольник. Квадрат, стрелочка, квадрат, треугольник. Не помню, когда в последний раз я так хорошо что-то делала. Пожалуйста, не надо пять. Не делайте. Так, кружок, стрелочка, сердечко, кружок. Квадрат, стрелочка, сердечко, кружок. Сейчас они сделают пять по-любому. Я вспоминаю. О, зеленый, розовый, желтый, зеленый, зеленый, розовый, желтый, зеленый. Ох, ребята, спасибо, что вы не сделали дальше. Но я так понимаю, вы выиграли приз. У них тут. О, спасибо, ребята, мне так приятно. Можно тренироваться и тренироваться. Ну и кто мы теперь? Попробуйте угадать. О, я где-то уже это видела. У нас нос в виде меча. Подождите. А, рыба-меч! Подожди, Немо, подожди, не спеши. Дай леди сказать первой. А, это, наверное... Амар. Да, только это не Немо. Это осьминог. Это его папа. Вы молодцы. Марлин. Отлично, ты выиграл все призы в этой игре. Ты можешь продолжать эту игру, если хочешь выиграть больше призов. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Отлично, спасибо. Ты выигрываешь множество призов, но помни, что тебе нужно выиграть по 5 призов. Да-да-да. Теперь идем. Это что тут у нас? К акулам? А здесь что? Ну давайте к акулам. Итак, это подводная лодка. Мой друг Брюс никогда не отказывается от игры. Да, мы можем сыграть с Брюсом. Он большая белая акула. Не волнуйся, рыбу он не ест. Но тем не менее, страшнее него на рифе нет акулы. Да, только в мультике его называли Бугор. Он там называл себя Бугор. Привет, меня зовут Брюс. Я был бы очень благодарен за помощь. Я больше не хочу есть рыбу, поэтому покорми меня водорослями. Когда мне уже не будет хотеться есть, я смогу дальше воздерживаться от рыбы. Положи как можно больше водорослей мне в рот. Немо поможет тебе направлять их в мою сторону. Если нажмешь кнопку мышки в нужное время, Немо сможет поймать клубок водорослей. Тогда хорошо, начинаем. Так, медузы. И чё, надо нажимать? Типа как такой пин... Как это называется? Это как в Тетрисе, короче. Он еще, смотри-ка, меняет. Ну чё он не съел-то? Есть! Надо было держать мышку. Вкуснятина. Отлично. Эх, не попал. Сейчас, надо дождаться, понятно. Сейчас эти медузы проплывут. Опаньки, эй! А чё я куда-то не туда, типа? Это было 3D. Обаньца. Ну как я не попал? Тебе удалось. А медуза?
Да тихо, ну не злись. Тебе удалось. Ну тут что-то... Отлично. Он такой добрый. Он такой хороший. Он не злой, нет. Он не злой. Он хочет покушать водоросли. Тебе удалось. Всего-то навсего. Тихо. А если мы ему не покормим его водорослями, он скушает нас. Да? Так это будет. Так это что такое? Я, блин, не могу почему-то. Ну вот, я же направляю, как бы, да? Тебе удалось. Вот. Обаньки. Ну вот куда он кидает, да? Эх. Вкуснятина. Так, ну и еще раз, да, надо ему. Вот, вот сюда сложнее всего почему-то попадать. А, можно это пропускать, все, я понял. А то мы же не будем это бесконечно смотреть. Одно и то же считай. Ну давай, бери. Хоп, прямо в ротик. Тебе ням. Удалось. Ой, не попал. Ай-яй. Ты делаешь успехи, продолжай. Ох. Вот сюда сложнее всего попасть. Давайте я вот, может, просто левее. Не, он все равно, как бы, знаете, вот... Куда-то криво кидает. Ну-ну-ну, он расстроился. Давай, прям тебе. Эх. О, да вот, ну уже же все. Ой-ой. Ой, внимание, у тебя заканчиваются водоросли. Это точно. А вот куда? Куда он кидал сейчас? Ой-ой-ой. Куда? Куда он кидает? Ну все же нормально было. Прямо в цель. Тихо-тихо, он злится. Надо еще одну ему дать всего лишь. Тебе удалось. Фух. Все? Что еще надо? А, давайте я просто сюда даже не буду пробовать кидать. Просто не буду. Я просто подожду, когда он, не знаю, сюда. Вот и все. Ой, он подмигнул ему. Ну и последнее. И последнее. Нет, сюда я не буду кидать. Нет, спасибо. Я вас понял. Что туда что-то как-то оно не очень хочет залетать. С той стороны, когда он справа. А, давай, давай. Вот туда. Видишь? Вот это покушал. Вот отрыжка вот эта вот, зачем она была? Чему мы учим детей? Ну куда? Вот сюда вот проще всего, как будто Б. Нори. Обожаешь кого? Нори? А по центру... Ну давай вот сейчас. Эх.
Эх. Рад помочь с водорослями. Отлично. Короче, понятно, надо, значит, справа смотреть. Ну, а если я вот, допустим, с самого тебе угла? Удалось. А, с самого угла, смотри-ка, можно. Воу, это просто чудеса какие-то. И сюда, и по центру попал. Now it's time to see a movie clip from my adventure to find Nemo. Воу. Так он же вроде водорослей наелся. Что же делать? Нам надо как-то выбраться отсюда. Я не знаю как, но пока не поздно, нам надо это сделать. Надо достать вон ту маску. Тебе нужна эта маска? Нет проблем. Нет, нет, нет! Блин, озвучка просто маска! Топовая. Хватай маску! О нет, только не это. Красиво. Красиво. Точнее, как некрасиво, отлично, наверное. Ты выиграл все призы в этой игре. Ты можешь продолжать эту игру, если хочешь выиграть больше призов. Щелкни по стрелке назад, чтобы вернуть. Да, отлично, вопрос зачем? Призов, но помни, что и всегда, смотри-ка, одинаковые. Каждого вида, чтобы открыть суперсостязание. А, у нас две игры остались и финальная. Эй, а это весело. Ну что, еще разок? Ага, спасибо. Давайте теперь сюда идем. Это игра по перекатыванию камней. Здесь необходима концентрация. Ну, попробуем. Мой друг создал эту игру специально для меня, так как я не очень хорошо запоминаю. И, по-моему, игра помогает, потому что я уже полностью запомнила правила игры. О, да, перед этими камнями спрятана... При каждом щелчке на скале она переворачивается и открывается одна из фотографий. Эй, ладно, щелкни на другой скале, и ты увидишь другую фотографию. То есть, если ты щелкнешь на двух камнях, и откроются парные фотографии, камни больше не закроются. Когда камней не останется, ты побеждаешь. Ха, можешь поверить, что я это все запомнила? Да. Ладно, давайте... Так, значит, здесь какая-то синенькая рыбка. Ага, Немо. Ага, ну здесь, то есть, они не повторяются никто. Вот она, Дори. Отлично. Класс, тебе удалось. Кула. Ой, повезло. Я знала, что они совпадут. Это просто повезло. Это я получилось! Запомнил, потому что мы ее первую открыли. Это, по-моему, здесь. Мы уберем все камни, а я во все это верю. А, Немо. Вот здесь. Ого, они совпадают, пара. Отлично. Ого-го, ты выиграл. Пока не сложно. Только сейчас, пока, наверное, камней не добавилось... И чё? Надо нажать? А, надо было нажать, да. Сначала, типа, ты можешь полюбоваться картинкой, сколько тебе, типа, нужно. Хорошо, хоть попытки бесконечные. Это так весело. А мне казалось, что мы наконец подберем пару. Где-то здесь вот Немо был. Да, это ведь так просто, а иногда и нет. Вот здесь этот зеленый. Неплохо. Ого-го. Ого-го. А, и вот водолаз, который я поймал. Ты убрал все камни. И ты выиграл, ты победил. Победил. Но можно же было озвучить более поэмоциональнее. Третье испытание. Ага. А, так они вот, они прям рядом. Ты сможешь. Ну это прям хорошо. А, ну ты это сможешь. Тоже повезло. Это тоже повезло, по-моему, тот. Ого, а я думала, что они совпадут. Рыбоёж. Продолжай. А, ну вот они опять таки рядом. Ты хорошо запоминаешь. Нет, я что-то плохо запоминаю. Я знала, что они совпадут. Ну вот, как раз поразвиваю память в таких играх.
Ого-го, ты выиграл! Мы собрали якорь, юху! Четвертое. А чё камней больше не становится? Да, хотелось бы все-таки побольше камней. Да, это ведь так просто, а иногда и нет. Ну хотя, ну, наверное, когда дальше вот пойдешь по испытаниям. Я знала, что они совпадут. Мы уберем все камни, а я во все это верю. Вот здесь акула, по-моему. Да. Да, это ведь так просто, а иногда и нет. Да, это ведь так просто, а иногда и нет. Ого-го, ты выиграл! Ну вот они, да, эти рыбы-ласточки. Ну и последнее испытание. Хорошо, да, хоть попытки бесконечные, это прям вот вообще хорошо. Ты хорошо запоминаешь. Интересно, почему мои друзья проводят время под этими камнями? А вот мне здесь, казалось, что мы наконец был. Подберем пару. А мне казалось, что мы наконец подберем пару. Отлично. Ого. Интересно, почему мои друзья проводят время под этими камнями? Понимаете, что она говорит? Почему мои друзья проводят время под этими камнями? А ты что там делаешь под этими камнями? Ого, и так ты со всеми справился. Now it's time to see a movie clip from my adventure to find Nemo. Да. Эй, эй, подождите! Подождите! Я хочу кое-что тебе сказать. Ух ты. Какая расщелина. Ну ладно, поплыли. Туда лучше не плыть. Давай лучше проплывем над этой расщелиной. Да чего ты боишься? Мне внутреннее чутье подсказывает, что мы должны проплыть через эту расщелину. Ты что, с ума сошел? Мало ли что там может нас ждать. Извини, но я очень-очень хочу проплыть через нее. А я и думать об этом не хочу. Все поплыли отсюда. Доверься мне. Довериться тебе? Именно. Друзья всегда так делают. Смотри, что-то блеснуло. Где? Вон там, над траншеей. Поплыли скорей. Ну ладно. Отлично, ты выиграл все призы в этой игре. Ты можешь продолжать эту игру, если хочешь выиграть больше призов. Щелкни по стрелке назад, чтобы вернуться к рифу. До свидания, пока. Давай-давай, пока-пока. Отлично, ты выигрываешь множество призов, но помни, что тебе нужно выиграть... Покусики-покусики. И что, у нас осталось? А вот еще. И вот еще. Надо быть осторожнее, ведь Ангер — настоящая акула. Привет, это мой друг Бленни. Он любит прятаться, особенно вокруг меня. Такая у нас игра... Эти раковины — его любимое укрытие. Я их перемешиваю, так ему лучше прятаться. Эй, не хочешь поиграть с нами? Просто смотри на раковины, и когда они остановятся, угадай, под которой спрятался Бленни. Хорошо, давайте. Ага, ну вот он здесь. Переехал налево. Ага. Молодец. Понял. Ну это на концентрацию. Получилось. На внимание, да? То есть концентрироваться на одной какой-то раковине. Попался Бленни. Ну, кто помнит, вот на PlayStation 1 было очень жесткое испытание, вот такого же плана. Там, когда он уже против Волан-де-Морта шел. Вот там реально было сложно, но... Нормально, справился все равно. Не горюй, в следующий раз получится. Так, давайте продолжим. Значит, еще разочек, еще разочек. О, отлично, повезло. Давайте дальше. Ага, посерединке. Яблочко, фантастика. Отлично. Ага, ну пока не сложно. Черт побери, вышло. Черт побери, ничего себе, это точно детская игра. Нашел. Собрали монетку.
Это одну из... Да, одну... А, стоп, подождите, какую одну? Это уже три... Вторая сейчас была. Сейчас мы зарабатываем на третью награду. Подумай хорошенько, он не хочет попасться. Что-то я не заметил. Получилось! Попался Блэйни. Блэйни. Ты слишком умен для него. Мы нашли тебя, малыш. Фух, так, ладно, якорь получили. Дальше. Где он сейчас будет? Ага, посередине. У тебя хорошо выходит. Ну, в яблочко, фантастика. Отлично. Их бы сделали хотя бы 4. Черт побери, вышло. Черт побери, вышло. Да. О, сейчас, кстати, как будто бы побыстрее они повращались. Отлично, бутылку заработали. И последнее, пятое. Ой, они шустро. Молодец. Это уже поинтересней. Получилось. Попался Блэйни. Ты слишком умен для него. Ну давайте, что-нибудь сложное, друзья. Мы нашли тебя, малыш. Ну и все. Ну и все, прошли. Рыбка? Рыбка! Проснись, проснись! О нет! Свистать всех наверх! Ну хватит тебе спать! Скорее! Толкай! Приготовиться! Что такое? Ой, мои рыбки! Схватила за голову! О, боже! Ничего, Немо. Передавай привет своему отцу. Обязательно передавай. Немо. Немо. Ну же! Получилось! Думаешь, с ним будет все в порядке? Конечно, он ведь теперь попадает в океан! Рыбка! Отлично, ты выиграл все призы в этой игре. Ты можешь продолжать эту игру, если хочешь выиграть больше да, призов. Да, давайте я хочу вот... назад, чтобы вернуться к Рифу. Ради интереса, вот она же будет сильнее, они быстрее будут крутиться. У тебя хорошо выходит. Мне просто интересно, до какого уровня они могут разогнаться. Ну, в яблочко, фантастика. Отлично. Черт побери, вышло. Ну, мне кажется, сильно уж, конечно, оно не будет разгоняться. Уж настолько-то. Нашел. И что нам дадут? А, ничего не дадут. Ладно. Во-о-о, вот это уже поинтересней. Получилось. Аж следить прикольно. Попался Блэйни. Ты слишком умен для него. Мы нашли тебя, малыш. Фух, я думал, уже поднял, и там его нету. Но они специально так сделали. Ага. У тебя хорошо выходит. Ну, в яблочко, фантастика. Отлично. Черт побери, вышло. Ага, пошел. Слушайте, ну почти, почти уже. Еще чуть-чуть, мне кажется, и я буду не успевать.
Ага. Молодец. Получилось. Попался, Блэнни. Ну давай, дальше, дальше, дальше. Скорей, скорей, скорей. Ты слишком умен для него. Мы нашли тебя, малыш. Так, ну и давайте последний, наверное, думаю, 10 уровень и все. Кто что-то чувствует, она долго может затянуться. Ну, в яблочко фантастика. Отлично. Черт побери, вышло? Да. Ну, нашел. Что я, собственно, хочу от детской игры, да? Спрашивается. Ладно, давайте один всего лишь пройдем на 11. Ага, ну понятно. Ну все, в общем, выходим отсюда. У нас так много жемчужин, что я могу ожерелье для Дори сделать. А, да, да, хорошо, да, подожди. Теперь я готов к последнему суперсостязанию. Мы еще здесь не прошли. Вот с жабром что-то можно Шайка еще. Танка репетирует там свои... Всем привет. Я рад, спасибо, что пришли. Привет, Немо. 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 Привет, акулий корм. Можно тебя попросить? Ну да. Ты должен выучить несколько новых песен, чтобы спеть, когда ты станешь суперпловцом. Я должен быть дирижером, но хочу петь. Ты можешь помочь? Я? Да, малой, будет классно. Хорошо, одну мы уже выучили. Малой. Готовы? Малыш, наверное. Ага. Так, и... А что делать-то? А что нам надо делать? А, это просто, короче, видимо... То есть я могу их некоторых, наверное, отключить. А что-то как-то нет, не получается. В общем, понятно. То есть это просто такой некий секвенсор, в котором мы можем... мелодии потыкать, попробовать. Хуба-хуба. Ну ясно, то есть мы спасибо, готовы. Немо. Пока, малыш. Бабблз, Бабблз, кто такой Бабблз? Теперь пришла пора посмотреть отрывок из моих поисков Немо. А, то есть не зря мы таки сюда зашли. Вот за вот этот ролик Дисней постоянно блокировал. Я его, блин, как только не пытался сделать. Пора. Все блокирует и блокирует. Ах, они, Дисней, какие. Следуй за мной. Ну, уже же все, мне кажется, посмотрели. Все, кто хотел, посмотрели этот мультфильм. Чего вы сейчас уже блокировать его? Ах,
Назови свое имя. Немо. Блауд, приступай. Блауд. Немо! Оранжево-белый Немо! Ты был вызван сюда на вершину горы Монахагалуги, чтобы стать членом нашего общества! Будь осторожен. Серьезно? Если... Если ты сможешь проплыть сквозь кольцо огня! Пускай огонь, пускай огонь. Кому сказал, пускай огонь. Давай, ты сможешь. Забыли про огонь. Зачем это делать? Он же еще мальчик. С этого самого момента теперь ты будешь носить имя Акулий Укус. Акулий Укус? Смельчак? Ну ладно, укус так укус. Ну и все, мы посмотрим, как все лечит. Ролики, да, открыли? Отлично. Это кнопка выхода. Щелкни по ней, когда захочешь выйти. Да-да-да. Все, то есть мы готовы к финальному испытанию. Это суперсостязание по плаванию. Немо, вот ты где? Готов поплавать, папа? Тебе предстоит проплыть 5 полос препятствий, и это первое. Но прежде чем начнешь, пройдемся по правилам. Для победы обходить препятствия и собирать поющие раковины. Понял, Немо? Да, папа. А как собирать поющие раковины? Проплыв над ними. Ха, похоже, легкотня. Помни, что я сказал, Немо. Обходи препятствия и собирай все поющие раковины. Да, папа. Обязательно все поющие раковины, Немо. Знаю, папа. Но будь осторожен. Есть препятствия, которые замедляют тебя или сбивают с пути. Если ты не успеешь вовремя, придется начать все сначала. А, ну это я люблю, когда все сначала. Полную. Да. А вот это штырь явно... А, я думал, нам наверх надо будет. Еще несколько призовых очков. А че не, почему он не взял? Теперь ты защищен. Так. Берешь часы, получаешь еще время. Тихо, тихо. А, еще время где-то тикает. А че он не взял-то? Блин, надо было Дори ожерелье купить. Все? А, ну отлично. И че, и все, типа мы выиграли? А, ну так, ну тоже здесь, наверное, 5 испытаний. 5 уровней, точнее. 25 монеток. Ага, ну главное нам под вот эти пузыри не подставляться. Супер, турбоускорение. Ага, вопрос, зачем оно нам? Ну, чтобы против течения, наверное. Ну, тут течение-то не особо. Прекрасно! Ха-ха! Плавник! Отлично! Ну все, нам одно осталось собрать, в принципе-то. Эй, че он врезался? И где? Все лучше и лучше, Немо. А-а-а! В общем, то, что я там пропустил. Ну и где она? Так, где она, где она, где она, где она, где она? Вот ее берем. То есть нам пришлось что-то типа штрафного круга проплыть. Ладно, третий уровень. Понятно, главное вот эти ракушки собирать. Раковины поющие. Обязательно собери все поющие раковины, Немо. Ага, это мы уже поняли, спасибо. То есть ну, они нам нужны получается. В первую очередь.
Больше ничего не важно. Слушай, вот почему она не взялась? Она не взялась. Она сама не взялась. А, или все нормально? Мы успели? Фух. Ладно, четвертый уровень. Не, походу нормально, там все взялось. Давай, родной. О, прекрасно! Ха-ха! Плавник, отлично! Течение поворачивается. Тихо-тихо. А, видишь? Я взял, о, надеюсь. Прекрасно. Ха-ха. Плавник, отлично. А, не вижу раковин. Вот она внизу. Отлично. Вот, давай. А чё, я проплыл вот там же опять. Обязательно собери все поющие раковины, Немо. Она не взялась. Течение поворачивается. Она не взялась. К сожалению. Тихо. Давайте, время где? Хорошо стараешься, сынок. Она где-то вот внизу, вот она. Все, отлично. Ну и нам, скорее всего, остался последний кубок. Да, последний и все. 8 раков. Ты раковин. И правда многому научился, Немо. Знаешь, я сам это услышал вчера. А что услышал? Про то, что чему-то научился? Тихо, раковины. Главное, не пропустить раковины. Ты правда многому научился, Немо. Знаешь, я сам это услышал вчера. Ой-ой-ой, тихо. Плавник, отлично. Во, все. Главный кубок. Ух ты! Ты выиграл! Ну все, мы прошли игру. Уху, ага. Вперед, Немо! Ты супер пловец! Фантастика, ты сделал это! Хвастается перед всеми, проплывает с этим кубком. Да. Завидуйте. Юпи! Молодец, Небо! Ага, и титры. Ну, замечательно. Ну, в общем, друзья, вот такая вот коротенькая игрулька у нас. Значит, вот этот подводные... подводные развлечения, да, Немо Underwater World of Fun. То есть, спасибо, Кноу Wonder. Спасибо вам. Значит, есть еще там одна по Немо, но там уже, знаете, по Немо... игра. Ну, там уже наши сделали ребята из компании «Новый диск». Вот, она называется, по-моему, что-то... Что-то там про школу. Снова в школу. Не, не снова в школу, типа, а что-то... Обучение в школе. Ой, в общем, я не помню. Ну, короче. Игра настолько старая, что она вообще не запускается на Windows 10. Вообще никак. И с режимом совместимости, все дела. Она просто даже не устанавливается. Вот. Мне пришлось... Просто взять, скачать этот эмулятор виртуальной машины, установить типа XP. Я установил, все попробовал, запустил и... Блин, ну я-то думал, понимаете, это оригинальная какая-то игра, а это, оказывается, наши русские делали. Да, может, она прикольная, но я не хочу ее проходить. Я-то, понимаете, вот от официальных вот разработчиков, No Wonders, то есть от них бы прошел. А так, не вижу смысла, поэтому, как бы, знаете, не хочется. В общем, столько заморочек. Просто даже ни видео, ни скриншотов я не видел, что там за игра. Я думал, там, типа, она официальная, но... К сожалению, нет. Вот, что касаемо этой игры. Прикольно. Для детей вот прям само то, да, развиваешь память, мышление, концентрацию, внимание. Вот, много уровней. То есть, как раз владение мышкой, да, там, как ее... Туда. Ну, прикольная, очень такая красочная игрулька, такая коротенькая. То, что надо прям. То есть ребенок может играть, наслаждаться. В общем, вот так вот, да, началось это спонтанное прохождение с того, что мне просто что-то вспомнилась игра в поисках Немо. Я прошел ее на ПК, потом узнал, что, оказывается, есть версия для PlayStation 2. Прошел на PlayStation 2, там, блин, я не знаю, столько нервов потратил на эту версию для PlayStation 2, потому что она очень сложная. Фух, ну либо мне так показалось, либо у меня руки кривые, да? В общем, но она мне нереально сложной показалась. Ну, я и проходил ее долго.
Вот. А это коротенькое, что там у нас получается, около часа, да, полутора часов. Я просто не вижу, сколько по времени. Ну, где-то так примерно получается. Ладно, в общем, что, друзья, спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если вдруг... Я тогда пойму, то есть, что вам такое нравится. Бывают вот эти спонтанные игры, которые мне в голову бывают, приходят какие-то что-то. В общем, я думаю, может, у вас тоже, может, ностальгия заиграет. Поэтому я вам и решил показать вот это. Но вот эту игру и на PlayStation 2 я не играл. То есть я первый раз эти игры. А вот, которая самая первая на ПК 2003 года. То, да, я играл. Правда, я всю забыл, но да, играл. Помню, в детстве она мне очень нравилась. Вот. Ну, а так, что, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все, до скорых встреч, друзья. Всем пока-пока. Кстати, ребята, на меня сильно не обижайтесь, я видеоролики снова порежу на кадры, потому что ютубчик, да, с нашей любимой компанией Disney, они все жестко блокируют, поэтому только так. И это Big Mac. Все, пока-пока.